Глубина бассейна 25 метров. Температура воды 28 градусов. Именно в таких условиях занимаются наши юные спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет. Многие из них неоднократно возвращались в Ульяновскую область с медалями и наградами. Некоторым из них это еще предстоит. В этой спортивной школе занимается около 500 детей. И почти у каждого второго ребенка за плечами соревнования, победы, но и поражения. И в этот раз наши спортсмены не остались без наград. Они только вернулись из столицы республики Чувашия, Чебоксар. Там прошли традиционные межрегиональные детские соревнования по плаванию. За награды боролись 350 человек из самых разных городов России – Москвы, Казани, Кирова и не только. Наши пловцы привезли домой сразу 9 медалей. Я одновременно и волновался, и радовался. Мне хотелось прыгать от счастья. Я готовилась очень серьезно, упорно трудился на тренировках и слушал команды тренера. Во время подготовки и на самих соревнованиях для юных спортсменов главной поддержкой был тренер. Именно он на это время становится для них и родителем, и другом, и наставником. Мы усердно тренировались. Конечно, для нас это было очень волнительно, каждый старт. Мы очень довольны результатами. Это выход, так сказать, уже на дальнейшие соревнования. А дети наши еще очень юны. Это подготовка к будущим нашим дальнейшим стартам. А следующим стартом для ребят будут соревнования, которые состоятся в Санкт-Петербурге уже этим летом. Ирина Шмыгова, Дамир Губеев, «Вести», Ульяновск.